Дондоплама. Вы смотрите гороскоп Дурхай на ТВ. Сегодня 6 сентября, вторник, 11 лунный день. День удачен для людей, родившихся в год мыши, змеи, лошади и свиньи. Благоприятно в этот день учиться и постигать науку, открывать вклад в банке, строить дом, шить и кроить одежду, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новую одежду, новые украшения. Неблагоприятный день для людей, родившихся в год обезьяны и курицы. Не стоит в этот день вспоминать обиду, начинать конфликт, ссориться и спорить. Отправляться в дорогу плохим вестям. Стрижка волос к обострению интуиции, внутренних органов чувств. И помните, успех – это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма. Абсолютно безопасные, стоит меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.